Всех приветствую на прохождение второй части. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что нам нужно будет найти отмычку. Меня испугал этот бабайка, падла. Так что давайте искать. Она должна быть где-то в каких-то чемоданах. Так что все, всем приятного просмотра. Всем приятного просмотра. И давайте смотреть, где находится этот чемодан. Твою ж... Это чемодан. Что это за чертовщина? Похоже на корни. Нужно избавиться от них, прежде чем уходить из подвала. И как ты мне предлагаешь это сделать? Так, ага. Понял, с помощью кусочек. Хорошо, хорошо. Отлично. Так, теперь нам нужно найти отмычку. Он наверху. Что ему надо? Жесть. Ля, оно стоит, смотрит на меня. Так, погоди, погоди, погоди. Я вырос из подвала. Его нигде нет, может... Стоп, второй этаж. Опять этот стук. Кто там? Что если это он? Да когда этот кошмар закончится? Так, а меня не страшно, а меня не страшно. А мне вообще не страшно. Так, мне с вами нужно найти отмычку. Так, мне нужно с вами найти отмычку в чемоданах, да? А где наши чемоданы? Вот это вот я без понятия. Блин, а можно мне выйти отсюда? Только не ври, что мне нужно на второй этаж подниматься. Ага, эта падла исчезла. Хорошо, хорошо. Кто-то копался в моем чемодане. Во. Предмет добавлен в инвентарь. Угу. Вы кто такой? Отойдите, слышите меня? Держись от меня подальше. Я и представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эмой решили приехать, стоит столько секретов. Я нашел на чердаке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили эти ужасные события на самом деле, или это все бредни того самого Николаса. Не знаю, если бы у меня просто там половица, наверное, на чердаке скрипнула, я бы уже собрал бы вещи, сжег бы дом и переехал бы в другую страну. Этот не нормально ходит, бродит. Да, жесть, конечно. Ладно, ладно. А можно немножко побыстрее загружать? Ну, либо нет. Во. Поехали. Черт, остальные страницы кто-то вырвал. Странно. Я был на чердаке и... Нужно показать дневник Эмми, вдруг заинтересуется. Так, это нам все привиделось или что? Или это мы просто читали? Или мы просто все читали и представляли себе. Ладно, идем найдем Эмму. И покажем Эмме. Хотя я думаю, это не лучшая идея беременной девушки читать такие дневники. Так, где Эмма? Угу. Тут ее нету на чердаке, навряд ли она будет, да? Наверное, на уличке. Эмма.
Где ты, женщина? Дом вроде маленький. А, вот ты. Родная, ты не поверишь, что я на что я наткнулся. Эмма, ты меня слышишь? Эмма. Я звал тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я рыскал по чердаку и нашел вот это. Кстати, электричества нет. Дневник. Что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его, пока не стемнело. Здесь нужно навести порядок, и чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Ну и ты сам это понимаешь, верно? Женщина, за мной такой шуманьяк бегал с топором и с вареньем. Алло, ну поговори со мной. Дорогая, у тебя что-то на груди, можно я вытру? Ой, и все, и сама, сама делай свои лампочки. Да что с ней, говорит со мной, будто я... Понятно. В подвале темно, хоть глаза выколи, мне нужен фонарик. Может, на чердаке найдется? Там полно всякого хлама. Ладно. Идем на чердак. Единственное, что меня напрягает в этой игре, вот когда, к примеру, ты подходишь к какому-то предмету, не знаю, вот сюда, и его начинает сипать. Че его сипает? Так, читать. Хорошо, отлично. Идемте за фонариком. Где мы сможем с вами найти фонарик? А вот и фонарик. О, отлично. Так, проверить электрощиток в подвале. Хорошо, мы с вами сейчас это сделаем. Как раз у нас есть с вами фонарик. Какая стрёмная картина. Как раз у нас с вами есть фонарик, так что мы этим займемся. Все, иду, женщина, и кричи на меня. Так, что это было? Ага, это книжка. Вот, лучше книжку почитай. Как быть нормальной женой и матерью. Ну. Фонарик. Ага, вращать. Тап, на F-ку, да? О, правильно. Если у вас не работает какой-то предмет, просто ударю его. Господи боже. Напугала, да? Это лошадь. Что? Это лошадь. Что он сказал? Это, короче, это лошадь, ладно. Так, что нам нужно? Нам нужно проверить щиток, да? А где же находится щиток? Я надеюсь, что у нас... Где предохранитель? Я надеюсь, что у нас будет с вами... Так, я подумал, это сейф. Надеюсь, что у нас с вами этот фонарик и останется. Ага, вот... Вот и щиток находится, да? Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? И что нам делать? Нам нужно его искать, да? Возможно, запасной предохранитель есть в сарае. Рядом с домом. Хорошо. Это тот сарай, который мы в прошлой серии, по-моему, пытались с вами открыть, но так и не смогли. Давай сходим к сараям. Так, идем. Если что, я в сарай. Ну, тебе все равно неинтересно, так понял, ладно. Так, сарай, по-моему, где-то у нас находится. Погоди, где сарай? По-моему, где-то здесь был он или... Или меня глюкнуло. Так, и как пройти? Как пройти? А что за бред? Вроде бы мы могли туда заходить. Я правильно вообще иду? Или нет? Так, тут закрыто. Домик на дереве. Хорошо, погоди. Так, возможно, запасной предохранитель есть в сарае рядом с домом. Ну и где он?
Где этот сарай? Ну, наверное, что это справа, что находится. Ну, явно, что это вот не сарай, правильно ж? Это же беседка летняя. Но? Как мне сюда попасть? Алло, игра. Пусти меня, пожалуйста. Ага, на камушки нельзя залезть. И перепрыгнуть тоже, да? Хорошо, давай попробуем обойти это все. А ну, я могу упасть в речку? Нет, не могу. О, давай, на крышу. Не, перепрыгнуть забор. А я таки извиняюсь, а как мне это сделать? Как я не заметил? Ну ладно, ладно. Допустим, я не заметил. Так, черт, закрыто. В подвале видел какие-то ключи. Может, они подойдут? Ты серьезно? Мне сейчас опять обратно в подвал нужно идти. Блин, как по мне, это затягивание игры. Разработчики, фу-фу-фу. Так делать некрасиво. Во-первых, я не хочу спускаться в этот стрёмный сарай. Чей этот подвал? Во-вторых, это реально затягивание времени. Так, стопы. Осмотреть. Потому что здесь, возможно, могут быть подсказки, загадки, что-то спрятано. Так что предлагаю открывать все по возможности. Все, что мы сможем с вами находить. Так, в подвале я где-то видел ключи, да? Так, бросить не то, бросить. Какие ключи мы с вами тут видели? Ты мне не подскажешь? Так, стол, стул. Ломик, топорик. Ага, по-моему, этим топориком в начале игры нашу Эму и мэкнули. Так, а какие ключи в подвале? Возможно, запасной притокнитель в сарае рядом. Ага, ну а там нас сказали, что в подвале есть какие-то ключи. Во-первых, какие ключи? Так. Так, вещь очень старая, но в отличном состоянии. Угу. И мне нужны отмычки, да? А я же вроде находил отмычки, или нет? Так, игра. Что ты от меня хочешь? Не то, не то, не то. Лошадка. Не знаешь, где ключи есть? Это хорошо. Давай попробуем подняться на чердак. Посмотреть, может, на чердаке там что-то есть. И у нас где-то чемодан здесь с отмычками лежал. Ну ладно. Блин, ну я же четко помню, что я прочитал, что есть ключи в подвале. Но это же явно не подвал. Или я что-то опять упускаю. Так. Дай, дай, что там находится? Да ты шо, топорик. Так, бросить, бросить, бросить. Угу. А здесь ничего и нету. Ладно, возвращаемся. Блин, ну правильно ж, в подвале ж он сказал же ж. Так, давайте попробуем еще раз замок тыркнуть. Меня ж не проглючило. Так. Понятненько. Так, записки. Записки, записки.
Я заплатил этим засранцам. Ага, письмо от мамы, предметы. Диктофон. Ладно, ладно, давай попробуем подойти к Эмме. Может, она подскажет. Или она все еще стоит дуется. А ты не знаешь, где ключики от сарая, не? Ты зависла? Давайте хоть окошко открою, подышишь. Все. Нормально? Не сквозит? Ну и хорошо. Так, где ключи? Где ключи? Где ключи? Мне нужны ключики. Ну, либо отмычку. Либо хоть что-то. Ля, оно открывается. Смотри. Да ты шо? Ну тут пусто, да? Да. Тут пусто. Наверное, надо будет искать такую самую штуку в подвале. Так, давай посмотрим, что тут есть у нас с вами. Ага, закрыто. Закрыто, открыто, открыто, закрыто. Так, кто ты? Свечка. Пусто. Пусто. Здесь тоже. Отвертка закрыта. Бросить. Ага. Так, секунду. Все, а это мы выходим на задний двор, я так понял. Хорошо, ладно, спускаемся в подвал еще раз. Может, реально я что-то не понимаю? Так, лошадка, подержи. Бита, краска. Присесть. Встать. Не то, не то, не то. Эту коробку заюзать нельзя. Так, бросить, бросить. Во, отдай сюда чемоданчик. Давай откроем, да? Не, открыть нельзя. Алло, игра. Ладно, бесишь меня. Так, хорошо, давай уберем стул. Давай мы тебя не откроем. Ну и что ты хочешь? А-а-а, вот оно что. Прикольно, прикольно. Я походу сразу и не заметил, да? Ладно, ладно. Хорошо, что подошел. А я ключик нашел. Понял, все равно. Ладно. Стой дальше. Побежали в сарай. Побежали в сарай, откроем. Блин, вроде все очень просто. Висит на щитке, но... Так, я должен был догадаться. О, любитель варенья. Черт, здесь нет предохранителей, естественно. Что за... Какого черта? Откуда отсюда? Откуда здесь все это варенье? Зачем Эмме принести сюда барахло? Так, в этом ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Согласен. Ля, мы какой-то предмет с вами взяли. Прикольно. А ты шо, ля, мы можем даже сканировать это все. Ага,
Да, наверное, у нас свет пропадет, да? И мы сможем с вами... А, кровяная рубашка. Причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Так, бросить, бросить. Здесь нету предохранителя, случайно? Походу, нету. Так, и что, мне возвращаться назад, показывать Эмми находку мою? Господи, Эмма, я чуть-чуть страху не обосрался. Ну все, открывай дверь. Эмма? Родная? Что-то не так. Может, локатор поможет разобраться, в чем дело. Так, как там нас там учили? Угу, нажмите X, чтобы взять и убрать устройство. Локатор позволяет обнаружить электромагнитные квантовые следы. Квантовое облако. Так, это значок означает, что неподалеку находится облако. Если не ошибаюсь, это прототип может обнаружить следы человека, который раньше был в этом месте. Сильное квантовое поле. Мы увидим силуэты человека из прошлого. Так, расстояние до облака отображается в процентах. А зеленые линии возле индикатора показывают, в каком направлении вам следует двигаться. Когда локатор обнаружит ближайшее облако, вы услышите короткий звук. Так, а ну... Угу. 30%. Нужно следить за локатором. Зеленая линия у границы экрана указывает направление цели. Так, погоди, исчезает. Шестьдесят 66. Шестьдесят 63. Во, правильно идем, да? Прикольная штука, 68. Так, погоди, мы след потеряли, да? Я просто одним глазом на экран смотрю, а вторым стараюсь разглядеть, что у нас впереди тут ждет. Блин, уменьшается. Ты что, на дерево залез, придурок? Во. Смотри, след все ближе и ближе, да? Так, давай сканируем камушек. Восемьдесят, 79. Ага. Я на месте. Теперь нужно использовать импульс, чтобы появилось облако. Во, облако появилось, да? Так, с помощью этого прибора можно сканировать облако. Держите ОКМ. Угу. Так, похоже, сигнал исходит отсюда. Нужно просканировать это облако. Так, локатор что-то нашел. Здесь кто-то был. Похоже, он оставил тут свою одежду. Она вся откровавленная. Нужно узнать, что здесь произошло. Окей, окей. Давай искать. Эмма, зайка. Ля, какую штуку я нашел. Ты еще здесь? Так, предохранения нет. Повсюду окровавлена одежда. Сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительно. Хотя, может, это из-за стресса. Так, нужно убедиться, что мы в безопасности. Эмма, истеричка ты моя. Ты где?
где я тебе штуку покажу прикольную. Во. Что-то запикало. Что-то запикало. Блин, где она делась? Алло. Зайка, ты где? Будем сегодня играть с тобой в охотников за привидениями. Сигнал появился, да? Угу. Пойдем в подвал, я так понимаю, да? Мы с тобой идем в подвал, хорошо. Но здесь вроде ничего нету, да? Блин. Ага, во. Дверка, хорошо. Готов поспорить, звук этих часов напугал... Напугал меня, да? Блин, ну нам сюда нужно, я так понимаю, в эту дверку, ля. Она все больше и больше. Только как это сделать? Хорошо, ладно. Так, давай уберем предмет, как его. Эту штуку. Попробуем найти Эмму. Попробуем найти Эмму. Где она может быть? Так, ну эту дверку я открывал. Блин, падла, она пищит. Угу. А сюда мне как пройти? А никак, да? Как мне сюда попасть? Что тут? Ага, тут баночка. Нужно посмотреть, куда идет сигнал. Мне нужно как-то сюда попасть. Погоди. Как мне это сделать? Ну там баночка мешает, да? Нам пройти. А здесь шкаф. Так, хорошо. Давай попробуем сюда зайти. Так, тут заперто. Хорошо. Тут тоже заперто. Тут подвал. Нам нужно как-то попасть в эту комнату. Алло, игра, отдай, пожалуйста. А как нам туда попасть? Угу. Странно, странно, странно. Яма еще пропала, да? Сюда никак не пройти? Нет, не пройти. Алло, женщина, ты где? Where are you? Блин, я понял, что сигнал нам нужно исследовать. Но он ведет вот сюда. А здесь заперто. А дальше подвала я там не пройду никак, да? А здесь тоже заперто. И здесь, и здесь. И чё? Так, хорошо. 13, 23. Во. Может, нам сюда и нужно? Так, нужно использовать импульс, чтобы кванта волка появилась. Иначе я ничего не увижу. Ага. Во. Я нашел источник сигнала. Но я не могу снять показателя. Так, облако по природе нестабильно, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизи, чтобы облегчить поиски. Нажмите правую кнопку и мышку. Хорошо. Так, чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее... электромагнитным импульсом свое устройство. Зажмите левую кнопку, затем отпустите, чтобы выстрелить импульсом. Так.
Подсвеченные участки вокруг экрана локатора указывают на количество аномалий, которые необходимо уничтожить. Чпоник. Чпоник. Так, погоди, где эти аномалии? Вот тут, да, где-то? Так, а вот и аномалия. Нужно зарядить локатор и выстрелить в нее. Есть, да? Готово. Теперь можно стабилизировать облако. Уничтожить аномалию, вернитесь к квантовому облаку. Понятненько. Теперь нам нужно будет искать аномалии с вами. Так, получилось. Выходит, недавно здесь кто-то был. Попытаюсь найти больше следов. Так, что это? Веревка, да? Взять. Предмет добавлен в инвентарь. Отлично. Давай искать. На котором нужен сигнал. Значит, поблизости еще одно квантовое облако. Только, наверное, нам сейчас нужно будет и аномалию тоже, да? Уничтожать. Так, нет смысла туда идти. Хорошо. А сюда? Во, вроде растет. Вроде что-то растет. Так. А ну. Похоже, он поднялся наверх. Так, бросить. Ой. Ну. Алло, Ира. Наконец-то. Все, полезли. Так, дай сюда. Как много крови, и ведь она даже не высохла. Не знаем, что здесь случилось. Следы ведут за ворота. Нужно проверить. А может, ну его? Давай лучше постреляем. Ага, я даже пострелять не могу, да? Из бластера. Так, сканирование. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое, когда проходил сюда. Черт, ворота заперты. Нужно идти в обход. Так, у тебя ж кусачки были. У тебя же были вроде кусачки. Так, здесь ничего нету? Нет, ничего. Ну, надеюсь, ты тут здесь пролезешь. Так, пара досок расшатанная. Пытаюсь их отломить. Хорошо, давай. Так, убрать. Все, шикарно. А можно пройти? Спасибо. Во-во-во, давай-давай-давай-давай. Давай-давай, еще дальше отойди. Ой, молодец, почти. А, понял. Все, шикарно. Присесть, взять в руки бластер. Так, пробел, чтобы подпрыгнуть. О, нормально. Теперь мы можем с вами... Ребятушечки, прыгать. Так, сейчас, секундочку, секундочку. В какую сторону? Попробую, конечно, пролезть. Не, не попробую. Если не попробую, потому что не получится. Ага, кровь еще не выслала. Пойду по следу, может... Кому-то нужна помощь. Ой, что-то мне как-то не хочется туда прыгать. Я понимаю, что если я спрыгну, я назад уже не залезу. Как бы нам бы потом бы помощь не пригодилась бы. Так, а что у нас здесь? Ладно, ладно, пойдем по следам.
Черт. Заперто. Намертво заперто. Другого я и не ожидал, если честно. Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это... Чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. Хорошо, давай посмотрим. Ну? Так, а что там висит? Так, и что мне сканировать? 83, 82, 86. Так, вот здесь, да, что-то есть? Блин, я когда в упор подхожу, оно убирает из руки. Во, 89. Блин, мне может нужно отломать что-то. Так, 87, 88. Вот видите, я в упор подхожу и все, и оно перестает срабатывать. Так, вы хоть что-то видите? Я ничего не вижу, если честно. Так, 86. Ладно, давай отсканируем все подряд. Сюда мы не пройдем. Но... Алло, игра. Дай мне зайти, пожалуйста. Так, ну я вижу что-то. Что-то здесь происходит. А что конкретно? Так, 88, нам сюда нужно. Хорошо. Давай попробуем убрать эту штуку и каким-то образом сюда запрыгнуть. А я никаким образом сюда не запрыгну. Так, дай сюда. Ну, ты не можешь веревку оторвать или что? Ля, не может. Что ты от меня хочешь? Крица, скажи, пожалуйста, что ты от меня хочешь? Не понимаю, что нужно посмотреть, что обнаружил локатор. Так. Импульс. Вот, красным что-то подсвечивается, видите, впереди. Только когда я близко подхожу, у меня локатор исчезает. Так. Бред какой. Так, 88, 86, 84. Я правильно иду или нет? Ладно, давай сбегаем, посмотрим. Ну, я там ничего не нашел, если честно. Ну, либо я... Неправильно что-то делаю. Так, ну. Ну запрыгни, ну пожалуйста. Ага, нужно ящик будет пододвинуть. Хорошо, и запрыгнуть. Потому что я там реально ничего не нашел. Вы сами видели. Так, давай спрыгнем. Ой. Во, а теперь... Мы правильно идем, да? Здесь, по-моему, что-то светилось или нет?
Так, тихонечко. Ну вот, он аномалия, да? Так, обнаружена аномалия. Чпиу. Так. Есть, надо. Вообще попадаю или нет? Ля игра. Тут три штуки или что? Да, показывается на экране, что три штуки. Ну вот, первое, смотри, я стреляю. Оно не хочет его. Ага. Вот одна. Вот вторая. И где-то тут третья должна быть. Сверху, снизу. Случайно отпустил. Чпиу. Ага, вот вижу. Все, до побачення. Так, кто он такой? И что он здесь прятал? Давай смотреть. Давай смотреть. Охотничья ночь. Видимо, им недавно воспользовались. Поэтому спрятал здесь. Возьму его на всякий случай. Ага, и с помощью этого ножа мы сейчас с вами сможем разрезать веревки. Пора возвращаться в амбар. Может, я найду боковой вход. Да, мы сейчас будем с вами... веревку разрезать. Прикольно, прикольно. Ну? От себя, Арчи. Так, нужно попробовать пробраться внутрь. Наконец-то. Так, нам нужна эта штука или нет? Или мы сможем и без нее обойтись? Так, бросить, бросить. Ага, вот. Ой. И понеслась. Во. Все, полезли дальше. Блин, что-то как-то мне стрёмно туда спрыгивать. Сейчас по-любому что-то будет. Ну ладно, пошли. Если что, у нас есть нож. И мы не побоимся им воспользоваться. Ладно, прыгаем. Ага, это олень, да? Господи, кто мог сотворить подобное? Так. Тихо, что это такое? Что ты пищишь? Так, секунду. Это пикание, звук как будто доносится изнутри. Этот олень подвешен на веревку. Может, я смогу забраться наверх? Так, и... понеслась. О. Все, отлично. Ага, мне нужно что-то будет сюда подвинуть, да, сейчас? Так, вот и кусачки. Хорошо. Кусачки нам пригодятся, чтобы разрезать цепи в амбаре, да? Но только наверх, чтобы не залезть, я так понимаю, мне нужно туда что-то подвинуть. Что там пищит? Или что-то не понимаю? Или реально чего-то не понимаю? Пип. Так, а можно мне какой-то предмет взаимодействовать? Так, доски, доски. Сено. Ну, по логике вещей мне нужно реально туда что-то подвинуть, да? Или что? Но оно не хочет.
но не реально не хочет с ним взаимодействовать. Блин, это не бомба случайно, она сейчас не мэкнет нас, не? Алло, игра, залезь. Так, хорошо, что мне нужно? У меня есть болторез, у меня есть ключик, у меня есть диск. Ну, во, веревка. Ну, используй веревку. Алло, игра. Используй веревку или используй что-нибудь. Так, только не реально, что мы тут сейчас тут затупили. И наверх же, да, уже не забраться ж. А, вот, болторез, да? Ну? Да. Все, нам сейчас нужно будет вот и предмет. Я же говорил, что нужно будет использовать предмет. Я могу залезть на этот ящик, чтобы дотянуться до лестницы. Это да, это мы сможем с вами сделать. Только давайте сначала посмотрим, нет ли у нас с вами ничего здесь еще интересного. Так, хорошо. Понесли. А мы можем... Ля, тут кто-то уже залазил. Можем так тебя оттянуть, да, можем. Так, отлично. Ну? О. Шикарно. Так, теперь нам нужно перерезать веревку. Все, шикарно. Ну, что где реально, где хочется туда спускаться, ну, может как... Бумкнуть. Ну, точнее, биг под бум сделать. Ладно, давай смотреть. Да еще поцелуй его. Давай смотри, что там находится внутри. Ну что за пиздец, я сейчас блювану. А вот и предохранитель. Прикольненько. Прикольненько. Что это за оборудование? Почему оно оказалось, блядь, внутри оленя? Вот и предохранитель. Выходит, уебок, выпотрошь оленя был в нашем доме. Что если угроза... Угроза для нашей жизни, да, еще продолжается. Нужно вернуться домой. Не нравится мне это. Судя по всему, псих, который искормлял оленя, был в нашем доме. Хорошо, хорошо. Так, сейчас, секунду, секунду. Нужно кое-что сделать. Так, продолжаем. Кто-то его вытащил, но зачем? Что за прибор к нему прицепили? Не знаю, что это за прибор. Ладно, ладно. Идем домой. Идем домой и давай разбираться, что это за прибор. И что это за псих. Так, надеюсь, мы правильно идем. Так, помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигравшие с оккультизмом. К тому же внутри оленя я нашел военное оборудование. Видимо, местные решили оказать новое что-то соседям, да? Опять это все быстро читается. Ладно, предлагаю тут спрыгнуть. Надеюсь, мы с вами не разобьемся. Не, нормально, гляди. Все, предлагаю сейчас, наверное, вставить предохранитель, включить свет.
И, в принципе, думаю, на этом серии можно и закончить. Как говорится, в следующей уже будем разбираться, что это за тело распотрошило оленем. Так, идем. Самое интересное, куда Эмма пропадает постоянно? Сколько, что здесь происходит, это куда она постоянно пропадает? Мы ее найти не можем. Кажется, электричество заработало. Интересно. Хотя, может, все это мелочи. Или я просто перешел по. Но я свое дело сделал. Вот пола возвращаться под каблук. Сейчас ведь только третий месяц. Неужели так будет продолжаться постоянно? Так, Эркуль Пуаро, да, пересчитали? Наверное, здесь что-то запрятано, и нам нужно будет с вами найти кирку. И узнать, что там находится. Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Я думаю, на этом мы с вами и закончим. Сейчас я только вот так. Во. Да, потому что она меня мулила. Крестно, на этом с вами закончим. В следующей серии уже поднимемся к Эмме. И будем дальше разбираться, что здесь происходит. Так что все. Всем пока-пока. До потом. И мур-мур.